Привет, сегодня строим теплицу капля 2 метра шириной, 4 метра длиной на брусе. Будет дверь с форточкой и форточка в торце. Там собираем брус. Все, приехали, начали работать. Каркас готов, выровняли его, накинули полик. Сейчас будем прокручивать конек, проклеивать, одевать профиля, делать форточку, делать дверь. Кончился монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля 2 на 4. Дверь с форточкой с одной стороны, форточка торцевая с другой. Теплица относительно простая по комплектации, надежная очень. Снег не лежит. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 40. Арки все. Ой, покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Есть у нас диагональные усилители. Стоит все это дело на брусе. Брус на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью зацепов. По торцу обязательно резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая компактная, но очень надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и пишите свои комментарии. Всем пока!